Два музыканта разных поколений вместе оценивают актуальную музыку. Один из них пел с Монсеррат, другой пил Бутеррат. Ты все про меня, что ли? Нахер мы тебя пригласили на это место? Давайте кого-то нам действительно старого. Это чел у тебя просто... уже было. Паспорт. Да. И почему ты считаешь, что 20 лет это такая большая разница? Я считаю? Ну, мне кажется, это очевидно. 20 лет это дофига. У вас разная аудитория. Дело не в вашем возрасте. Так... Но мы против наркотиков. Я это сразу... Конечно. Есть ли разница? В смысле, блядь? Не, ну... Вот я могу так... Это просто зависит от... Макс, Макс. По-свойски подумал туда запихнуть свой голос. Красиво. Часто ты думаешь запихнуть куда-то по-свойски? Ну, часто. Я еще молодой человек. Реального дерьма. Нахуй, серьезно, сразу. Да? Какая серьезно. Тебе нравится, по да? По факту. Это просто это твой пушка. Кореш, поэтому ты его это прикрываешь, пушка. Да? Коля, проникла ну ли в тебя? Ну и качает очень классно. На уровне а чувств... ты вообще верующий человек? Конечно. А в кого ты веришь? В себя. Понятно. Готов ли ты зайти в его храм? Нет. Давай, говори трек в какой-нибудь. Я понимаю, что ты не можешь. Нет, допустим, ты поешь свою песню. А зачем? Нет, просто. Не, зачем? А зачем? Что мне это даст? Нет, ты как конкретной композиции, Love Is, мы не оцениваем исполнителя. Взрослый человек или... Меня зовут Мария, мне 18. Даже не человек. Я из Москвы, я студент второго курса. Да, с тобой. Вернулась. Шарманка, да, хуй. Ну как... Другой подожди. Рифмы вообще нету. Нет, да, это не рифма. Там как раз есть хорошее между строчье. Давай, давай. Вернулась шарманка, о чем-то вздыхая. Пиздец, охуеть, бля, шарманка ебаная. Ну это трешово. Давай ты просто... Не, давай тогда так. Ты, блин, я думал, ты внутри одно... мечты небывалые. Одно слово. Вот. Цветут ли цветы запоздалые? Очко. Все. А почему такие ассоциации? Стало сегодня думать. Ух, эй, лад запазы, перестыли, ну, перестыли.